Сельская взлетная полоса, у меня болит горло, но здесь такое спокойствие, что хочется просто расслабиться. Так что извините, если что, буду хрипеть, будет вообще непотребный голос, но это не будет же мешать нам наслаждаться Finding Paradise, я так думаю. Так, ну что, сцена между Колином и Фэй не настоящая, как мы теперь понимаем. Что же здесь происходило? Внутренний голос? Или это именно имитация фей конкретного воспоминания для конкретной сцены, которую мы хотим увидеть? То есть это, скорее всего, не было в реальности. Даже в виде образа фей. Это же была не самая лучшая твоя посадка, да? У меня еще не было опыта приземления на грунтовую полосу. Ну, Колин здесь просто-таки уверен, что Фэй, как и всегда, настоящая. Попробуем взаимодействовать с ней. Так, ты думаешь, что это шизофрения? Ну, пациенты шизофрении обычно почти не могут отличить иллюзию от реальности. Но в данном случае у меня такое ощущение, что он полностью осознает ее нереальность. Хотя я еще не уверена, но похоже, что мы столкнулись с каким-то защитным механизмом. Ну, это как бы уже, да, намек был на то, что это такой, несмотря на то, что я называл фей-вирусом, то, скорее всего, это как раз-таки антивирус. А именно мы вторгаемся в систему, а не наоборот, в систему Колина. Больше интересует то, каким образом она так ярко материализуется в его воспоминаниях. Кстати, да, откуда источник этого? Как думаешь, она все еще может видеть нас? Например, в данный момент это было бы реально жутко. Трудно сказать, но на данный момент она не должна вмешиваться. Похоже, это обычное воспроизведение воспоминания. Так что же значит? Ищем сферы для момента. Хорошо. Ну, через гибискус мы сюда и прошли, значит, что еще? Этот диалог мы уже слышали. Самолет? Нет. Пойдем туда в лесок. Ох, нравится мне вот этот шум ветра. Ну, благо, и на улице сейчас такая же у меня погода. Такое же время прекрасное. Новая музыкальная тема заиграла, которую мы еще не слышали. Чего ты ждешь? Давай. Ты когда-нибудь слышала такую фразу? Остановись, и пусть весь мир подождет. Знаешь, мы можем и на вершине холма остановиться. Я обгоню тебя. Как в детстве. Но теперь, когда мы это говорим, как в детстве, мы уже понимаем, что ничего этого, черт побери, не было. Или все-таки было. Как, впрочем, и Finding Paradise, это все чистая выдумка, так и это выдумка внутри выдумки. Так что как-то нечестно было бы относиться к этой выдумке как-то слишком поверхностно. Тогда и давайте к игре относиться таким же образом, да? Но ведь мы проникаемся ей серьезно. Почему мы не можем проникнуться этими воспоминаниями Колина, которые не являются воспоминаниями настоящими, по крайней мере? Слово «настоящее» вновь, в этот раз еще сильнее, чем в To the Moon, по-моему, теряет свои очертания. И я тут подумал, сегодня там может быть ветрено. Возможно, нам стоит вернуться в другой раз. Можно представить эту сцену, как он разговаривает, например, сам с собой, да ведь? Ох, да не будь ты занудой, мы уже почти пришли. И я помню, как мы играли в «Поймай меня, если сможешь». Есть такой фильм, кстати, с Ди Каприо. Как мне кажется, немного переоцененный, но сейчас не об этом. Ветер? Его не было еще секунду назад. Угу. То есть, мне кажется, это уже не может быть простая действительно шизофрения. Это именно моделируемая сцена. Ладно, что теперь не так? Просто отдохнем тут немного. Снова? Ты едва несколько шагов сделал. Это же я несу наверх эту штуковину, но Фэй не может ее нести. Ох, а я считала, что ты уже стал сильнее. Слушай, а что насчет музыки? М?
которую они исполняли вместе. А потом он с Фией. Знаешь, виолончель тоже стала тяжелее. Просто иди сюда и посиди со мной хоть немного, ладно? Ты помнишь, как мы пришли сюда в первый раз? Который первый раз? Музыка немножко, честно говоря, отдает вот почти неощущаемой жутью. Очень сложно ее ощутить, но именно она проявляется за счет того, что мы знаем как раз-таки. Второй, полагаю. Когда я пытался обогнать тебя до вершины холма. О, да, это было глупо. Мы видели эту сцену. Ты был в восторге от того, что привел меня сюда. Да, я уже давно сюда никого не приводил. Это все еще одно из самых моих любимых мест. Мне всегда нравился тот вид на город. Такое ощущение, что сейчас музыка в любой момент прервется из-за чего-то. Много времени прошло, не так ли? Я скучаю по нашим походам туда. Тогда почему ты такой нерешительный? И слушайте, и когда он стал отдаляться от Фей? По ходу взросления. По ходу взросления он начал отдаляться от Фей. Это ведь тоже не случайно. И одновременно в тот момент, когда он нашел настоящую девушку. Настоящую Фию. И может быть то, что мы видим здесь, в этой версии Фей, здесь смоделировано уже как раз поэтому под Фию. То есть Фей была и тогда, но именно здесь она смоделирована уже иначе, потому что у него есть опыт с Фией. Вот это уже выглядит более-менее, ну, объяснимо. Мы всего в нескольких шагах оттуда. Почему ты останавливаешься на каждом из них? Есть причины, я догадываюсь, какие. Хватит обманывать себя, Колин. Вот это опасная фраза, мне кажется, Фей. Ты не устал. И дело вовсе не в ветре. Голос правды сейчас. Мы уже так далеко зашли. И ты так же, как и я, знаешь, что мы должны сделать. Вот-вот. Музыка, конечно, прервалась не то, чтобы прям так резко, но тем не менее. Почти то же самое и произошло. Ну что? Погнали за правдой. Услышит ли Колин ее от самого себя? Вот они опять исполняют музыку. То, что меня продолжает волновать, как это происходило. И происходило ли это на самом деле и в какой степени. Когда мы в первый раз сюда пришли, это был первый раз, когда я аккомпанировала твоим гаммам, так? Да. Это мне помогло. И сейчас помогает, если честно. Ну, никто не любит практиковать гаммы в одиночестве. Но на самом деле ты никогда не слышал, что я играла, так ведь? Слово... Ну, понятно. Да. Да. О, нет, сейчас будет одна из этих редких, да. Ручных рисунков. Один из этих редких ручных рисунков, который, например, в To The Moon был самым, ну, наверное, таким магическим моментом. И, наконец, мы видим похожий рисунок здесь. Тут прекрасно сегодня. Здесь всегда так. Тебе больше не нужно уходить. Теперь я могу летать. Куда бы ты ни пошла, я могу пойти с тобой. Ты в самом деле такой упрямый? Тебе не кажется, что ты уже слишком взрослый для того, чтобы просить меня остаться? Ну, это настолько банально, по идее, да?
Ну, вы понимаете, воображаемый друг детства. Отчасти это практически то же самое. Люди будут смеяться над тобой, если узнают. Они могут смеяться над чем угодно. Мне все равно. Вот это взрослое отношение. Ты сделала меня тем, кто я есть. О, смотрите, какие облака проплывают, кстати. Благодаря тебе я научился летать. Благодаря тебе я продолжал играть на виолончели. Ты учила меня играть гаммы. Нет, Колин. Я не могу научить тебя тому, чего ты не знаешь сам. И не могу заставить делать то, что ты сам бы не захотел. Нужны ли тебе, Колин, вот эти объяснения от самого себя? Это какой-то... Даже не самокопание, а самолюбование больше все-таки. Возможно, все, чего ты хотел, чтобы просто кто-то был рядом. Просто вот то, что это все разжевывается вот так вот настолько, это как-то странно, да? Ну ладно. Даже если бы это был кто-то вроде меня. Я знаю, Колин, что это завораживающее место, но ты провел слишком много времени со мной, представляя то, чего не может быть. О боже, этот балкон, который мы видели. Одинокий балкон. Уже у взрослого Колина. Тебе не кажется, что ты начал забывать, что реально существует и что может существовать? Иногда выход из того небольшого мира, который мы вместе создали, это единственная возможность увидеть и оценить все те прекрасные вещи вокруг тебя. Я просто не хочу быть один. Конечно, если я уйду, то ты будешь один, даже тогда, когда не будешь этого хотеть. Все настолько глубоко для него. Ну, то есть, Фэй настолько важна для него, настолько он с ней сроднился. Но это все часть взросления, а также часть реальной жизни. Мудро. Такие прописные истины, но, тем не менее, совершенно обольстительные. Впрочем, именно это на самом деле и ожидаешь от продолжения To The Moon. Именно поэтому минуты с любимыми такие незабываемые, наши воспоминания бесценны. Именно это заставляет тебя искать то, что ты не найдешь, если останешься здесь со мной. И небо совершенно фантастическое, очевидно, явно нереальное. И это, конечно, тоже весьма уместно. Есть много вещей, которые ждут тебя, Колин. Я не могу обещать, что все всегда будет хорошо, но... Я знаю, что ты не найдешь то, что хочешь, живя только этими страницами. Ты привел меня в этот мир, я никогда этого не забуду. Но и... Нет, это действительно попахивает настолько серьезным самолюбованием, где он так вот общается именно со своей проекцией. Потому что невозможно говорить о том, что проекция обрела свое сознание, естественно, или нет. Что это какой-то особо усиленный вид шизофрении. Все-таки это ведь не шизофрения. Это осознанный персонаж, которым он управляет и... Ну, который, собственно, ведет себя так, как Колин хочет, чтобы он себя вел, а не бессознательно. И хотя есть вещи, которые должны остаться навсегда, есть и вещи, которые должны довести тебя до определенного этапа. Я не думаю, что он действительно псих какой-то. Который не контролирует себя. Ты знаешь, здесь, кстати, на самом деле, тем более в современном мире, где у нас все больше и больше свободы, меньше границ, эти границы между действительно шизофренией, которая, кстати, в последнее время, ну, все меньше и меньше именно считается как чем-то таким утвержденным, то, что... изучено полностью, и между тем, что все равно является частью воображения любого человека, где здесь грань переступается, когда человек, собственно, теряет контроль над собой, этот вопрос становится все более и более актуальным, как ни странно. Ты знаешь, что я всегда буду рядом, чтобы защитить тебя по-своему. И что бы ни случилось, если мы можем что-то сделать, это значит, что ты можешь это сделать.
Но здесь, видите, он как бы пытается как раз-таки от нее своим голосом разума, разумом повзрослевшего человека, объяснить для себя расставание как раз-таки рациональным методом с ней. Вот теперь, с другой стороны, это вот это как раз то, что, ну, чем можно восхищаться в Колине. Что скажешь, Колин? И это, может быть, оправдывает как раз вот это самолюбование, которое я до этого определил. Ты готов? Ну только, Фэй, не исчезай прямо на глазах у нас. И так как это проекция именно в его мозге сейчас, то есть это все-таки, опять же, даже нереальное воспоминание, как оно было на самом деле, только так, как он его запомнил, и то, как оно отыгрывается в этот момент, это тоже всегда важно понимать здесь. И теперь этот момент не имеет отношения как раз к прошлому непосредственно, он имеет отношение к сейчас, потому что сейчас он освободится от Фэй снова. И это именно это воспоминание было заблокировано, так как оно как раз-таки защищало нас от изучения мозга Колина, ну, то есть доступа к нему для того, чтобы мы могли достичь чего-то, достичь его желаний, которые он наполовину хотел, чтобы исполнилось, и наполовину не хотел, чтобы что-то менялось. Я не знаю. Вот это его нерешительность, опять же, да? Про которую сама Фэй говорит. Я не уверен, что готов к тому, чтобы это закончилось. Вот именно. Но надо уже определиться. Времени у тебя, Колин, немного на самом деле. Мне все равно, кем ты являешься. Ты была моим первым настоящим другом. Неужели мы теперь в итоге каким-то образом встроим, может быть, ее? То есть то, о чем говорил Нил, возможно, все-таки удастся исполнить? Если все сойдется вместе друг с другом. И, может быть, каким-то образом получится при этом не трогать его семью настоящую? Эй, это не обязательно должно быть концом для нас. Или мы их действительно совместим каким-то образом? Ну, то есть Фэй и Фию, да? Тоже, что напрашивалось раньше. Ну, столько сейчас разных вариантов. На самом деле, можно как угодно красиво... Ну, не как угодно, но много вариантов, как закончить все это красиво. Однажды ты оглянешься и осознаешь, насколько быстро прошла эта прекрасная жизнь. И в этот день я вернусь снова. О, черт. О, черт. Мы поговорим так, как всегда говорили, и ты расскажешь мне, как прошел твой день. Нет, расскажешь, как прошла твоя жизнь. Ты расскажешь мне про свою счастливую жизнь и про все прекрасные воспоминания, которые имел. У меня ведь может и не быть счастливой жизни. Ты такой зануда, ты знаешь это? Хоть немного верь в себя, Колин. Ну, если она это не доказала ему тогда, не смогла доказать, соответственно, да, это отчасти осталось с ним до конца жизни. Конечно, будет, я знаю, что будет. Это потребует много времени и много усилий. Но когда этот день настанет, я уверен, у тебя будет множество счастливых воспоминаний. Ох, времени почти не осталось. Она исчезает. Как много ты написал в этой книге? Ты так часто заменял в ней страницы. Я слишком много говорю, извини. Но теперь, когда я уйду, возможно, ты наконец-то сможешь выделить больше страниц для чего-то другого. Это твоя книга. Тебе больше не нужно все время писать в ней только лишь обо мне. Ну вот, она была частью книги, это ведь как и жизнь, не так ли? То есть это действительно не какой-то часть его шизофрении только лишь, это действительно полноценный выдуманный персонаж, который воплотился в реальность, черт побери. И, конечно, это Inception настоящий здесь у нас вместе с тем, что эта игра Finding Paradise сама по себе тоже такой же, то, что я и говорил ранее. Та же книга, наполненная самыми разными страницами, как и должно быть. Здесь мы сейчас как раз-таки лишь хотим, чтобы все, собственно, это пришло в гармонию. Собственно, вот эта вера как раз-таки
смогла влиться в реальную жизнь Вера в выдуманную историю. Береги себя, ладно. И у нас, собственно, процесс происходящий у Колина, и у нас он похожий. Эй, я все еще не сказал прощай. Оу, ты уже сделал это, Колин. Да, не обязательно говорить. Она в ангела превратилась. О, боже. Ну, даже не в ангела, а... Очень-очень давно. А, это Фэй знает, что... все. Это конец жизни Колина, черт возьми. Вот какая-то охереть проекция, реально мощнейшая. Ну, хорошо. Она смогла... собственно... привести все в порядок. И что теперь? Колин найдет покой? И в чем наша задача останется тогда? В том, что мы повоевали с этой Фей и поставили ее на путь праведный. Она больше не вернулась, так ведь? Полагаю, что нет. Я перепутал сейчас голоса. Ну, у меня сейчас такой голос, что тут без разницы, на самом деле. Не удивлюсь, если именно она является причиной аномалии. В смысле, как думаешь, Колин несчастен, потому что больше никогда ее не видел? Если бы Колин просто хотел увидеть ее снова, сомневаюсь, что ему нужно было бы вызывать нас. Ты прав, возможно, ее отсутствие в конце может означать, что он уже был несчастен. Да, они сейчас говорят о реальности, а не о том, что мы здесь наблюдаем как раз-таки уже в этом его, ну, не постсознании, конечно, но образе определенном захваченном моменте. И мы вернулись к началу. На самом деле, печальнее всех здесь как раз-таки, опять же, будет не Колину, а нам, потому что мы видим, как опять снова все на самом деле обстоит. И нам очень сложно пробиться через эту стену. И мы вернулись к началу. О, черт, что. Это место снова дестабилизируется. У нас почти не осталось времени. Идем. Нам придется работать с тем, что есть. Погоди, мы хотя бы знаем, что будем с ним делать. У меня есть несколько идей. Но нам сначала нужно соединить все воспоминания. Возвращаемся к карте сознания. Порассуждаем на ходу. Ладно. Окей, сейчас будем вот эту головоломку другого типа делать. Так, что опять? Нил, ты что, опоздал? Какого черта? О, черт. Нил опять попал. Неожиданно. Я уж думал, сейчас ничего такого не будет. Оу. Я всегда буду рядом, чтобы защитить тебя. По-своему. Ну, да. Она защищала его. И неужели продолжит? Или несколько проекций у нас Фэй все еще фигурируют здесь у него в мозгу, потому что я начинаю путаться. Опять же, Нил, почему ты так долго? То есть это Фэй из его воспоминаний, но она не является вот этой Фэй, которая сейчас, судя по всему, продолжает заниматься вот этим. Это ведь, скорее всего, именно проекция Фэй продолжает защищать его. Нет времени его ждать. Соедините жизнь Колина. Ну давайте. Черт, черт, черт. Неужели нужно реально спешить? Я не смогу. Здесь я знаю примерно, помню примерно, что нужно делать. Нужно, чтобы все сходилось друг с другом. Так, самолетик, да? Давай, Ева. Наконец-то мы играем за тебя, и я не хочу это провалить. За Нила-то можно как бы это сделать, потому что как раз логично, да? Что он может сфейлить. А вот здесь вот этого нельзя допустить. Так, у нас проблема. Нужно здесь поставить одинаковые, черт возьми, воспоминания. Так, возможно, самолетик или что? Потому что я не вижу, как нам здесь соединить так, чтобы здесь был доступ к одному и тому же. Ну, например, книги, да? Вот, получилось, да? Но вот здесь вот уже не соединяется. Книги-то у нас здесь нету. Здесь самолетик. А, здесь нужен самолетик как раз-таки. Все, верно. Да, вот эти же два снизу не вспоминаются. Я даже толком не посмотрел. Извини, Ева, я тебя подвожу. Нужно самолетик наверх поставить. Все, верно. Быстрее поворачиваем. Б.
боюсь, что вот когда эта музыкальная тема закончится, у меня не останется времени больше. Так, здесь все легко. Виолончель. Верно. Угу. Гибискус. Все? Неужели? Было не так сложно. Думаю, это все, но... Что еще? Ой. Нас буквально камнями засыпывает. Так, это был, надеюсь, Нил? Что за... Нет, по-моему, это был не Нил, кстати. Это была... Еще одна проекция Евы. Ой, Ефей. Как раз-таки добрая. Сейчас он... Чувствую, идет все к тому, что здесь Фэй будет сражаться с Фэй. Что это за место? Да, в это время надо было добавить здесь, что происходит с Нилом. Так, окей. О-о-о, здесь у нас все серьезно, знаете ли. Его воспоминания, они разваливаются на куски. Все весьма мрачно. Нам нужно... Мы можем что-то сделать? Но мы попробуем в любом случае, да? Что ж, ладно, ощущаю приближение конца. Я думаю, даже совсем немного тут осталось. И как раз продолжим уже в следующей части. Точнее, продолжим, чтобы закончить, я так думаю. На этой минорной ноте. Пока что всем пока.